Просто. Представляю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Ему 26 лет, рост 175 сантиметров, вес 63,9 килограмма. Его профессиональный рекорд 5 побед, 2 поражения. Его стиль — вольная борьба. Из Курчалоя, Чеченская Республика, Саид Хусейн Ахмедов. Соперник в красном углу клетки. Ему 21 год, рост 175 сантиметров, вес 61,9 килограмма. Его профессиональный рекорд — одна победа и только одно поражение. Его стиль — вольная борьба. Из города Грозный, Чеченская Республика, Селимхан Яшыркаев. Рефери в октагоне Андрей Ковалев. Итак, Зелимхан Яшыркаев против Саида Хусейна Ахмедова. Желтая карточка Ахмедову. Превысил лимит весовой категории. Он и да, начинает с минус балла. 63,9 показал на весах. Ну, не первый. По предыдущему истории. У нас за перевес на взвешивание объявляется желтая карточка. Ух ты, со стомпа начинает. Необычно. Стомпа прямой удар в ногу. Ногой в ногу. И очень травматично. Очень травматично. Особенно, да, если человек назад отходит или на месте стоит, крайне неприятно. Хотя, наверное, и когда вперед идет тоже. Даже шли разговоры про то, что их стоит запретить. Ну, дальше разговоров не пошло дело. Все-таки у нас смешанное единоборство. Тут как-никак нормально то, что бьют. Не спешат как-то. Хорошие, да? Хорошие тайцы и лукиками людям ноги рвут. Да, с одной стороны не спешат. С другой стороны подзажалась как-то немножко схватка. То есть вроде как были сначала удары, а сейчас вот эти микродвижения, которые мы сейчас у обоих спортсменов видим, они занимают большую часть происходящего. Видите, спортсмены сами начинают немножко зажимать собственные удары, теряют свободу перемещения, свободу действия. Саид Хусейн Ахмедов. Да, интересно, у нас вроде бы уже не начало поединка, не начало, точнее, турнира, а все еще у нас идет. Встречаются, видите, пара, где именно местные спортсмены выясняют между собой отношения. Хороший высекающий лоу-кик, и тут же поднимается на ноги Яшыркаев. Попытка прохода в ноги. А чем известен Курчалой Чеченской Республики? Вольная борьба. В спортивных традициях. Вольная борьба, очень хорошая, Курчалой. Кстати, вот Саид Хусейн Ахмедов как раз заявлен как базовый вольный борец. Ну да, я так понимаю, наверняка начинал свой спортивный путь в зале у Вахида Баяли. Или Баяли. Фамилия. Вахид Баяли, да. Ух ты. Прямой боковой интересно было. А начинали мы сегодняшний турнир с воспоминаний, где в Чеченской Республике греко-римская классическая борьба. Да, ну это, конечно же, оплотом стоял на уровне годы, наверное, сейчас. Один из самых талантливых на сегодняшний день чеченских борцов.
Ислам Али Гадзе из Наура, воспитанник он, упомянутого нами покойного Фазула Умарова. Наверное, многие помнят видео, когда тренер плакал и ученик завоевывает медаль на чемпионате России, его тренер плачет, но это был Фазула Умаров, кто вдруг, не знаю, о таком идет речь. Ну, я так понимаю, это были слезы радости. Да, да. Потому что в 19 лет на взрослом чемпионате России бронзовую медаль завоевал. Это вчерашний кадет, юниор. Вчерашний юниор. Серьезно. Хорошее попадание справа от Ишинкаева. Мы тут отвлеклись на историю борьбы. Ну, нам позволяет, собственно, ситуация. Спортсмены пока в основном занимаются прощупыванием друг друга. А поговорить о чеченских традициях в спорте, наложенных на географию, это... Эта тема интересна. Так, в общем-то, немножко поджимает, наверное, своего оппонента Ешуркаев. Хорошо в корпус мидл-кик. Ну и, судя по всему, ничего такого особенного не произойдет, а завершается. Но мы точно знаем, что раунд выиграл Зелимхан Ешуркаев просто потому, что у его оппонента была желтая карточка. Это, в общем, факт. Ну или раунд течения, такое возможно. Так что, ну, давайте посмотрим лучшие моменты и каждый сам для себя решит. Итак, раунд под номером 2, Саид Хусен Ахьянов против Зелимхана Ешуркаева. Да, интересно. Равно, да, первый отрезок получился. Да, вот интересно, получится ли преодолеть вот эту зажатость спортсменов, да? То есть каждый из них как-то пока не может расслабиться, почувствовать свою игру. Отдельные эпизоды есть, которые каждый забирает. Вот такими микродвижениями, разбросом, так называемый бокс без ударов. Вот сейчас занимают в основном спортсмены друг друга. Попытка прохода, блокируется она снова, но не оставляет. И, кстати, вот важный перевод. Нет. Упорно не дают друг другу успешных борцовских действий спортсмена. А вот высекающие луки, конечно, шикарные. Такой в нижнюю часть ноги. И слева очень хорошо, как подбородок попадает на Фиодов. Да, и догонку очень здорово кинул ногу, но уже мимо. Попытка в две ноги пройти от Ешуркаева. И удачно. Есть перевод. Хороший удар коленом. Да,
И мы видим то, что да, получается у нас, по сути, первая такая ситуация, в которой, боюсь сглазить, ну, есть некое позиционное доминирование. Из него пока не получается выжать некий дешевт, некое существенное преимущество, но так или иначе в судейских записках это отмечено будет. Ну что вы попробуете, с помощью вот этого захвата Макимуру разорвать руки, к примеру. Некоторые даже делают здесь собственный прием, редко, но все-таки. Вот такой вот разрыв. Здесь можно пробовать делать контрприем. Вот, собственно, и он. Одна из разновидностей этого контрприема. Все, разошлись. Борцовская часть. И на выходе справа очень здорово цепляется из Ешука. Ух ты! Прошел, и прям пошел. И в ответ так здорово, да. Ахьядов. Атаками вперед Ахьядов, но провалился в конце концов. Ну, было несколько хороших попаданий. Ух ты! И колено. Еще одно колено, наверное, в корпус прилетает. Такое ощущение, что решил начать рисковать Ахьядов. Лоу-кик от Ахьядова. Ну, здесь да, потому что Ахьядову нужно рисковать, потому что, наверное, есть ощущение, что минус балл в первом раунде, плюс Ещенкаев, наверное, более активен и ближе к тому, чтобы забрать этот отрезок поединка. Ну, у него переводы получались, да. Да. Да, есть для чего включаться Ахьядову. Ну и у него, кстати, были тоже хорошие эпизоды. Подходит к концу этот раунд. Да, завершился, и мы ждем последнего. Бойцы сейчас вышли, обнялись, и вот сейчас начали закатывать настоящее шоу, красавцы. И хорошо прям активно начал этот раунд Сайтрусен Ахьядов. Ну, а что теперь? И посмотрите, добавляет смелый проход. Да, и получается. Тейкдаун есть. Да, есть тейкдаун, что дальше? Насколько хорош ground and pound у Сайтрусена. Вот это плечо в ход пускает.
корпус контролирует, но все равно удержать пока не получается. Хорошо, хорошо оба умеют защищаться от борьбы. Все очень здорово. Можно так порадоваться за спортсменов. Так, вот такой вот мудрёный перевод. И вот здесь логично за спину. Да, здорово. Вот то, что зашел за спину, это очень верное решение. За спину всегда нырнуть лучше любого прохода. Доделать бы только до конца. Да, и несколько так ударов неплохих насыпал. Да. Интересно. Это интересно. Промахивается Яшуркаев. Еще одна попытка перевода. Сносим. И здесь вот прям очень очевидно повалил соперника Ахьянов. Мощные такие достаточно добивания. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, вот здесь как раз уже хороший гранд-паунд. Ну а куда вступать уже, собственно, осталось-то? Наконец-то нужно сейчас попытаться либо удосрочить, либо прям вот явно с большим преимуществом забрать этот поединок Ахьянову. И что у него, в принципе, пока получается. Соглашусь с вами, но вот, собственно, меньше половины уже, и вот они активные действия пошли. Он начал жестко работать по голове, включая спину. Да. Это не так просто, как кажется. Добивание очень долгое, отрабатывается очень серьезными усилиями. Надо техникой владеть, и надо владеть техникой дыхания. Ну да, гильотина здесь было очевидно, что не получится. Но все равно как бы пробовать надо, потому что Яшуркаев тоже, может быть, чувствует, что ему надо сейчас как-то усилиться для победы. Да, ну уж слишком однозначно проходит этот третий раунд. Да, и здесь вполне возможно, что просто даже выиграть по очкам для Ахьянова будет достаточно. Мы же знаем. Запоминается она последняя, потому что серьезная сечка. Сечка, да. Тоже это будет отражено в судейских записках. Много сечек сегодня. И довольно тяжелые в основном. Чуть более минуты до конца. И еще колено. Так, и минуты до конца. Будет ли перелом? Да, поменялись. Ух ты. Вот и туда. И посмотрите, концовку пытается забрать. Это даже и задушить пытается соперника. Яшуркаев, удастся ли взять на участие? Трудно представить, да. Но почему нет? Всякое случается. 30 секунд. Здесь тяжело, посмотрите, вторую руку изо всех сил держит сейчас Ахьянов. Понимает, что пытается выйти на удушающий, не позволяет ему это сделать. Зелимхану. Ну, наверное, уже все. Все, да, завершается этот поединок, и мы ждем судейского вердикта. После этого у нас будет буквально несколько минут перерыв. Да, и продолжим, дорогие друзья, на замечательном телеканале «Девятая волна». Ну а пока ждем на победителя. We'll be right back.
Дорогие друзья, уважаемые гости, по истечению трехраундного поединка, единогласным решением судей победа!